Mutlu. Вот бы сейчас наловил. Точно бы наплевал. Да он одну поймает, они распугаются. Видно, все клюют, да, прямо. Да. И все было, тут не было, там все помещались, да? Там у них вода была раньше, это когда старый дом. Это вот старый дом вот здесь стоял у них на этом месте. А это да. А этот они построили, строили. Я помню еще старый этот дом. Там.
такой забор из штакета вязали, да? Саша, ты дождя давно не было, да? Да, уже, наверное, чуть неделю, как не больше. Да. Листья он завяли. Да. Да, нет, неделю, наверное, больше, чем неделю. Ну, небольшие, в принципе, люди, которые мы присели. Второй год, когда мы отвечаем. Да, повычистили, потом люди под косы все это забирали. Я даже... Это она та вот как вся зацветет, вот вообще будет ну, запах. Вот, вот такие ж кусты. Пахнет. А это черный? Нет. Они бобики. Зуб показывай. Зуб показывай. На нем не сосредоточишься, он такой шут. Ну, а скал белый. На, бусь. Не хочешь? Сказать, ты хочешь, любой уешь. Ты сюда, за это у него стойка. Поближе. Там не нога мешает. Чем на кладбище, наверное, съездим, а то вдруг завтра дождь будет, а? Мам. Поедем еще немножко. Еще немножко, пошли тогда туда сходим. Слышишь? Ну, туда. Пусть она посидит, отдохнет. А что бы туда? Розы поищем. Ой, я лошадь тогда одеваю, же розу выкопаем. Ты там не пройдешь. Не пройду. Ты порвешь и там эти тоже свои не носки. Пройду. Свои носки порвешь. Носки там у меня в машине где-то простые лежат. Пойду и поищу. Ой, анекдот. Вчера собиралась уже 12 ночи. Закончила кушать. Это вот полфера. Ну, думаю, вещи хоть. А то завтра утром как подскочу. Своих носки там стирала, не нашла. Но улов в пакете порылась, поискала. Как будто подходящие пары. Приготовилась. Дома делать. И потом уже в дороге, когда кушали... Что-то я глянула, один носок синий, другой черный. Один полосочку синюю, второй. А я уже сослепла, наверное, уже уставшая. А то нет, за весь день, Господи. И ночь, она до полночи тоже все время крутится. Вчера пришли, уже все, я падаю, 9 часов, мне спать хочется, сил моих нет уже. А он там все еще смотрел передачу. Еле-еле уже покормила, потому что он тоже уже... Тоже уже спаточки, да? Мы пошли, помылись. И сразу лег, моментально уснул. Заснул. Включала все, они уснут, потом включаю, снова. Да, да, да. Нет, тут не я, да, нет, надо. Мы сейчас куда пойдем? Слушай, я вдеру, блин, корень, ничего. Вон, видишь, корень какой был, вон, да? Ну, я там все равно, видишь, как не трогай идет. Вы тоже? Нет, это дешево. Снимал, умер, говорили, что папа умер, говорит. Да, дедушка. Дедушка в больнице умер. Угу.
говорю, мы молодые, не допетрили, и даже не подумала взятку взять. У меня жена кругом, и все, поехали на прогулку. Да. Приехали. Можно покайфовать. Ни цветочка не взяли, ни пяточки. А там тоже. Да. Бидон, да? Это же такая сирень была, такие кусты страшные. Я говорю, Жань, да, вырубили здесь. Сюда, тут росла сирень, какая тут. Зарости были. О, ландыши были, да? Да, это шабадыши. Боже мой, заросла, я думаю, я тоже и тут. Повырубаю и там все. Да ландыши, да? Это как называется? А? Это тоже относится к азалии, как мне кажется. Алхазия. Сюда спускаемся? Да. Заходи, спустись. Где мы писали? Игорь. Где мы писали? А? Кого? Где эта надпись? Где эта надпись? Какая? Игорь. Живут нормально. Давай я тебя сниму. Это ты не спал? Да?